Один щелчок спасает жизнь. В Московской области стартовал социальный раунд, который призван напомнить о том, как важно использовать ремни безопасности при поездке в автомобиле. В рамках профилактического мероприятия инспекторы Люберецкой госавтоинспекции провели рейд на Егорьевском шоссе. Все подробности знает Луиза Егиазарян. Я всегда пристегиваюсь, придерживаюсь правил дорожного движения. Во-первых, это безопасность моя, безопасность моих пассажиров. Если со мной мои пассажиры и мои же дети, все обязательно пристегнуты. Кто-то в кресле, кто-то в бустере находится. Такая позиция должна быть у каждого, кто садится за руль автомобиля. Пренебрежение ремнями безопасности зачастую приводит к тяжелым последствиям при ДТП. С 25 марта на территории Московской области проходит большая информационная кампания под лозунгом «Один щелчок спасает жизнь». Обратите внимание на баннер. Вы когда едете, смотрите на баннер. Это то, чтобы водители помнили о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, а также использовать ремни безопасности в автотранспорте. Чтобы важное напоминание всегда было под рукой, сотрудники госавтоинспекции вручают водителям информационные листовки. Кроме таких профилактических рейдов на дорогах, социальный раунд включает в себя еще несколько акций. Инспектора во время раунда проводят разъяснительные беседы на маршрутах патрулирования, в торговых центрах, многофункциональных центрах, в образовательных учреждениях, автошколах. Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования. Их использование сокращает риск гибели водителей и пассажиров на переднем сидении почти на 50%, а пассажиров на заднем сидении почти на 25%. Непристегнутый ремень у водителя или пассажира влечет за собой штраф. Его размер составляет 1000 рублей. Но соблюдать правила дорожного движения стоит не только ради того, чтобы избежать административного наказания, а прежде всего сохранить жизнь и здоровье. Счастливого пути. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.